Буду, наверное, краток. Одержали победу. Вот. Команда «Дина» сейчас, ребята молодые играют, стараются. Наверное, для них эти игры очень полезны в плане будущих побед. Надеюсь, что у «Дины» все будет хорошо. Я думаю, что такие игры вообще тяжело комментировать. То есть, как бы анализировать, комментировать. Но я говорю, чтобы вот расти, надо ребятам пройти, вот «Диновским» пройти через все. Они через это идут. Идут тяжело. Но идут. Самое главное – делать шаг вперед всегда. Надеюсь, что все будет нехорошо, еще повторяю.